Всем привет! С вами интересный Икус. Сегодня мы сделаем дом на колесах. А если быть точно, на вот этом вот эвакуаторе. И потом поедем на нем кататься. Если ты не подписан на наш канал, сделай это прямо сейчас, нажав кнопочку внизу. А мы погнали! Приходите на канал Алексея Вильнюсова. Он ведет свой блог о заработке в интернете. В нем он рассказывает своим подписчикам, как обеспечить финансовую независимость и научиться работать на себя. Алексей всего за полгода смог заработать десятки миллионов рублей и позволить себе шикарную жизнь за границей. Он летает на самолетах, катается на яхте, снимает самые дорогие отели в разных частях света. За 2 месяца 170 тысяч человек подписались на его канал. Подпишись и ты. Ссылку на канал ищи в описании к видео. Так как здесь нет таких больших грузовых тачек, мы придумали такой лайфхак, сделать из 3 тачек одну большую. И сейчас с вами мы узнаем, будет ли ехать эта конструкция. Все круто, ребят. Мы здесь сделаем домик и еще сделаем такую как бы лужайку здесь. И главное, что мы потом поедем кататься. Здесь, ребята, у нас будет красивая терраса с газончиком, на котором будем выходить, ехать. Знаете, как вот у президента везут в Америке, он так будем ручкой мешать. Мы не знали, что это. Юра говорит, что это деревья маркируют в лесу. Наша стройка кипит, ребята. И вот уже у нас такой есть почти готовый каркас. И сейчас занимаемся крышей. И, конечно же, мы будем делать заборчик. Кстати, ребята, кто не знал, если кожурой ореха, вот этой зеленой, которая молодая еще, потереть себе тело, оно становится коричневым и не отмывается долгих-то несколько недель. Пришло время красить наши стены, которые еще не стены, потому что мы их решили покрасить, а потом крепить. Итак, ребята, день номер 2. Что, у меня белые кроссовки? А он на контрасте с зеленым вообще просто убийственный. Не, реально классный. Да, полностью сухое. Несмотря на погоду, мы снова начали нашу работу. Чтобы нас не убило током, мы сегодня пользуемся обычной отверткой. Видите, цвет классный, насыщенный такой. Я играю на профнастике. Да вы знали, что в эвакуаторах по 2 аккумулятора? 24 вольта. Ну, из-за этого, да? Да, 2 по 12, 24 получается. Большая машина и нужна большая мощность, чтобы завести ее. Что ты робишь? Дом. Еще не дом. С крышей. Да. Настоящий, железный. Это дом Санта-Клаус. Тут или можно жить. Вот тебе кровать, вот тебе тумба с телевизором. Вот тебе плита. Уже потемнело полностью, но мы не прекращаем работу. Вот, ребята, уже 3-й день. И мы все никак не можем закончить этот домик, потому что нам мешает погода. Последний штрих по постройке нашей крыши – это вот этот гребень, который мы сейчас прикрутим сверху. Ребят, как же нам не хватает нашего шуруповерта. Грели очень неудобно. А как мы можем обойтись без нашей кнопки YouTube? Мы ее решили наклеить вот здесь, как раз машина будет ехать, и спереди будет видно, что это едем. Обожаю этот момент. Какой же домик без окон? И у нас сегодня будет не одно, а целых 2 окна. Ты что такой бледный? Чем ночью занимался? Ничем. А, я думал, опять всю ночь корабли топил.
Нет, но если интересно, по ссылке в описании можно получить Creator Albany 2 миллиона подарочных кредитов. Ку-ку. Ребят, домик у нас готов, а мебели у нас вообще нет. И сейчас мы с Фикусом и с Юрой придумываем всякую мебель в наш домик. Да. Для того, чтобы у нас было как можно меньше отхода, мы решили все обрезки, которые остались, каким-то способом применить. Поэтому из таких вот уголков мы решили взять угловые полки. Вот так вот она будет стоять. Мы застелили полку такой белой тканью, и теперь это напоминает мне поездку в поезде. Когда с тобой еще одна полка. Нашу кровать, ребята, мы сделали, не поверите, из чего. Из 4 шин, из лестницы. И куска USB. Стабильная. Да, на таких дорогах еще будет амортизировать за счет того, что шины гибкие. Тумба-юмба. Пойду на битву экстрасенсу. Вообще-то, ребята, это мы на шторы купили. Чики-паум-паум. Вуку-вуку-вуку-вуку. Тыш-тыш-тыш. Эти шторы очень стильные. Они стоят 3 гривны в секонд-хенде. Покупаете женский сарафан, режете пополам, получается классные шторы. Осталось в нашем дворе положить газон. На самый настоящий. Искусственный, конечно. Это еще не все, походу. Вот это застелил пледиком, на пол положил. Талисман сегодняшнего домика — это вот это животное, которое мы таки не поняли, что это. Если у вас есть какие-то варианты, напишите они в комментариях. А еще нужно его назвать. Да, еще ему нужно дать имя. Но мы его между собой называем бобром. Что, по-моему, больше всего на бобра похож. Мы решили добавить немножко радости в наш домик и купили вот такую штуку. Что ж, ребята, давайте я вам проведу небольшую экскурсию по нашему домику. В сегодняшнем нашем домике есть абсолютно все, что нужно для проживания. Стул, стол, кровать, подушка, пуфик. Вот такая еще полка есть. Гитара, если вам станет скучно, но вряд ли, потому что у нас вместо обычного зеркала кривое зеркало. Очень забавное. У нас есть красивые окна с красивыми шторами, которые мы сделали из сарафана. Есть картина, есть крыша, которая не течет, есть красивая китайская люстра или японская, не знаю. Есть полочка и даже есть домашний питомец. Смотрите на эту прелесть. Самая главная вещь, которая придает нашему домику целостности, это то, что в нем есть двор с газоном. С раскладушкой, с шезлонгом, вернее, стульями и столиком, на котором можно утром выйти, попить кофе и встретить рассвет. Вот. Но это не самая главная фишка этого домика. Самая главная фишка в том, что он на эвакуаторе, и мы на нем будем ездить. Ребят, настало время. На что, Юр? Пробуем выезжать. Поехали! Это вообще восторг! Постоянно любим с Фикусом ловить кайфы, которые никто никогда не ловит. У нас сегодня очередной кайф, правильно? Дом на эвакуаторе. Дом на эвакуаторе. Вы знаете, все-таки довольно-таки все хорошо у нас получилось. Мы не ожидали, что наш домик будет настолько реалистичным и крепким, потому что я думал, что он будет очень хлипким. Как тебе такая поездка? Ребят, так можно путешествовать, очень круто. Ну
Что, ребята, как вам у нас крутой дом на колесах? Если он вам тоже понравился, поставьте обязательно палец вверх. Да, ребят, ну вы правила знаете, если мы соберем очень много лайков под этим видео, то следующее видео будет мега-ультра крутым. Но это, ребята, еще не все. Сегодня в этом домике с ними 24 часа челлендж. Юра Автогангстер. Да, он будет сегодня поедет на нем путешествовать, будет что ночевать. Я не знаю, он задумал что-то очень крутое. Видео уже на канале, ссылка у нас в описании. Проходите, смотрите. Сейчас с Фикусом мы тоже вместе пойдем смотреть это видео. А вы, ребята, ставьте лайки. Также пишите в комментариях ваши креативные идеи. Подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.